Окружной фонд жилищного строительства начал заселять первый жилой дом в микрорайоне Ямальский. Напомню, в рамках программы переселения из районов Крайнего Севера в Тюмени строят 15 многоэтажек. Застройщик сдаст жилье с отделкой под ключ. Более того, в квартирах установят кухонные гарнитуры, электроплиты, сантехнику, а также проведут телевидение, телефон, интернет и пожарную сигнализацию. Завершить строительство микрорайона планируют уже весной этого года. Пока же в Тюмень приглашены первые переселенцы. Замдиректора фонда Елена Морозова рассказала, что среди счастливых новоселов 15 жителей Ноябрьска. До 3 февраля ключи от новых квартир получат 159 ямальских семей. Поскольку люди приезжают со всего округа, и чтобы это было рационально и не обременяло людей, мы предлагаем на месте там, заходя в конкретную распределенную квартиру, человеку ее осматривать, принимать ее по акту приема-передачи. Мы им вручаем ключи, они подписывают все необходимые документы, которые передаются в последующем регистрационную папку.